не получилось у австралийца вот недостаток техники компенсировать какими-то своими физическими данными, потому что Владимир опытный боксер, он сумел нейтрализировать все эти выпады австралийца. Он все видел, он его читал. Ну и, конечно, чувствовалось отсутствие школы бокса у австралийца. Обратил внимание, вчера даже там повторы делались, как он ставит блок, защиту. То есть он вместо того, чтобы лицо прикрывать, он уши прикрывает двумя руками, а лицо остается открытым, тем самым открывая поле для работы Владимиру. Поэтому, ну, проявил характер, стойкость, потому что уже в первых раундах уже казалось, что вот-вот, там буквально второй-третий раунд он уже упадет. Ну, достоял до пятого. Ну, в принципе, прогнозы мы такие ставили, вот четвертый-шестой раунд, когда он подустанет, Липай, устанет носить свой вес, потому что боксер такой габаритный, невысокого роста, пухловатый такой, ну, поэтому так оно и произошло. Он устал уже, начал еще больше пропускать и в конечном итоге очутился на полу.